Друзья, всем привет! Вы на канале про игрушки. Сегодня на обзоре у нас вот такой вот органайзер, который, в принципе, покупается ребеночку от 3 месяцев. Это фирма Хола. Мне очень нравится их продукция, она достаточно качественная. У него есть вот ряд всяких таких забавок, да, и я сейчас вот покажу, как каждая из них работает. Вот шарик его можно крутить, он тарабанит. Звездочка хрустит. Очень-очень сладко хрустит. У нас глаза, видите, поворачиваются у этого, у этой рыбки. У нас есть пальчиковый лабиринт. Есть такая рыбка. Хрустяшка хрустит. Да, и есть шелестелка. Сделано все отличного качества. Вот претензий нет. Красиво, презентабельно выглядит. Оно в красивой упаковке поставляется. Друзья, ссылочку я оставлю в описании. С самой низкой ценой на этот продукт. Ну а если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Надеюсь, был полезен. Всем пока.